Три ДТП за два тижні за участю автобусів компанії «Автолюк» стали приводом для розгляду питання щодо проблем перевізника на транспортній комісії в обласній раді. Представники фірми були запрошені на зустріч з депутатами облради, департаментом транспорту обладміністрації та поліцією, але вирішили не брати участь у засіданні. Но они, к сожалению, отказали нам, сказали о том, что ну, как бы мы зарегистрированы в Киеве, и вы не имеете к нам никакого отношения, обращайтесь, мы типа в главный офис, и мы ваше обращение где-то там положим в топку. Но мы также позвали полицию, управление транспорта областной администрации, потому что они должны, скажем так, владеть ситуацией. И все привело к тому, что вопросы, на которые мы хотели получить ответы, нужно задавать нашей службе, которая называется «Укртрансбезпека». Але регіональне керівництво «Укртрансбезпеки» також не з'явилося на обговорення питання щодо аварії за участю компанії «Автолюкс». Тієї причини, що керівника обласної інспекції досі не призначено. У свою чергу в департаменті транспорту запропонували звернутися до головного офісу «Укртрансбезпеки» в столиці, щоб саме він ініціював комплексну перевірку перевізника, щоб вивчити технічний стан автобусів та готовність водіїв до далеких поїздок. Мне кажется, очень правильное решение написать именно на Укртрансбезпеку Киевскую, потому что они сейчас делают план лицензионных проверок на 2020 год. То есть, чтобы они внесли в этот план и проверили, возможно, даже нас подключили. Коллеги, есть предложение вот поступить так, как предлагает управление транспорта, написать от нашей комиссии письмо на Киевскую Трансбезпеку, чтобы они проверили работу данного предприятия. Все, что касается погодных условий, тут тоже как бы есть вопросы. В каком состоянии была резина, автобус, проходили ли техосмотр, тот же водитель.